Список учеников Ивановской гимназии номер 3 в этом году пополнил гость из Индонезии. Джеральда приехал в Россию по обмену изучать русский язык, историю и культуру нашей страны. Зачислили молодого человека в 8 класс. Вместе с ребятами он посещает почти все занятия. Особенно нравятся уроки музыки. Он у нас занимается вместе со всеми ребятами на общих основаниях, так сказать. Да, он вникает во все, что я даю ребятам. И как бы у него очень замечательно получается, он очень умный парень. Мы пробуем с ним сольную работу, ему предстоит выступление в ближайшую субботу. У нас будет день открытых дверей для родителей. Он будет петь песню на своем языке, народную. Перед визитом в Россию Джеральдо усердно изучал язык. Писать удается гораздо лучше, чем говорить. Словарного запаса пока хватает, чтобы составить лишь простые фразы. Впрочем, несмотря на языковой барьер, у Джеральдо уже появилось много друзей в школе. На уроках одноклассники помогают справиться с трудностями перевода. Ну, допустим, если учитель объясняет тему, он до конца ее не понимает, но мы ему более простыми словами объясняем. Ну, и он понимает. До дома там прогуляемся, может, там поболтаем на общие темы. Он также спортом занимается, баскетболом, вместе играем в баскетбол. Международные программы по обмену в Ивановской области явление редкое. Тем не менее, школа быстро нашла семью, которая примет Джеральда. Откликнулась мама одного из учеников, которая возглавляет родительский совет. В этом учебном году мы стали участниками, являемся участниками образовательной программы и культурно-образовательной программы, которая сотрудничает с благотворительным фондом, межрегиональным благотворительным фондом «Интеркультура», в котором мы являемся не только участник, мы обеспечиваем приемную семью, в которой он будет проживать, и отвечаем за обучение его в течение учебного года. За 2 месяца в российской школе Джеральдо успел освоиться и познакомиться почти со всеми преподавателями и учениками. На английский язык юноша ходит в 10 класс, а вот основы русской речи и литературу постигает в начальной школе. Меня зовут Джеральдо, я из Индонезии, мне 17 лет. Я учу русский язык сейчас. Я люблю Россию. У нас нет зима в Индонезии, у нас нет снег в Индонезии. Я хочу смотреть там в России. Такое межнациональное общение полезно и педагогам, и ребятам. Многие, благодаря визиту Джеральда, подтянули знания английского. Кроме того, программы по обмену позволяют преодолеть ксенофобию, неприязнь к иностранцам. Практически у всех детей стоит онлайн-переводчик на телефоне на всякий случай. То есть это и для них очень полезная практика. С точными науками проще, потому что цифры есть цифры, формулы есть формулы. Он умеет читать по-русски, хорошо умеет читать по-русски. У него сложности с устными ответами только. А история обществознания он разбирает дома. Учителя обещают, что к весне Джеральдо сможет говорить на русском не хуже, чем на английском. Некоторые ученики гимназии, глядя на гостя из Индонезии, сами задумываются об опыте учебы за рубежом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.